Итак, уходите в сторону. Дальше, 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 дальше. Еще дальше, еще, 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 еще. Еще, еще, еще. Длина бюллетеня составит 21 сантиметр в ширину и 3 метра 65 сантиметров в длину. А как ее найти-то? Партию? Партию? А как вы себе жену искали? Вот и ищите любимую. На старте новой избирательной кампании руководителям участковых и территориальных избирательных комиссий в Доме правительства Ленинградской области показали такой вот вариант бюллетеня. Теоретически все зарегистрированные в стране партии имеют право участвовать в выборах. И если каким-то чудом им это удастся, тогда бюллетень и приобретет столь экзотический вид. Сколько времени бабушка в деревне Лампово Гатчинского района в кабинке будет искать свою партию? Как потом она в урну это засунет? Она как... А как быстро будет заполняться урна? Поэтому законодатель предусмотрел возможность изготавливать бюллетень в форме брошюры. Ленинградская область – один из немногих регионов, где каждый год идут большие выборы. Сегодня 14 политических партий уже имеют право участвовать в грядущем волеизъявлении граждан без сбора подписей. То есть как минимум 14 политических партий уже может быть в избирательном бюллетене. Что будет ближе к финишу предвыборной кампании – увидим.